дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Продолжаем в доме, в котором мы живем. Сразу на выход, потому что ничего у нас в хате... Подожди, секунду. Я немножко задержу начало, подождите. В тайничке же осталось. Нет? Там же было, вот! Интересные штучки, у нас есть штучки. Штучки, можно продать штучки интересные. Как раз таки посмотрим, где курс выгоднее всего, потому что должно быть вот лезвие и это, и стрелочка зеленая. Это значит, курс выгодный для продажи. А жить остров маленький, как точно. Как туда попасть? Нет, куда? Куда? Помогите. А что, торговцы вообще лафа? Ну вот какой-то торговец есть, конечно, но давайте к нему, ладно уж. Какой есть, такой есть. Какой торговец есть, к такому поедете? Полетели. Немножко отложим выполнение задания. Пока что надо, потому что денежку получить. Денежку. Ой-ой, кого-то сбили. И я кого-то сбил, неважно. Сообщение. Опа, от кого сообщение пришло? От третьего лица. А, троллица. А, Атомунация. Новый сервис Атомунации. Дорогой покупатель, мы рады сообщить вам, что наш новый сетевой стационар открыт. Опа. Отлично, то есть я теперь могу через КПК заказывать оружие прямо на дом. Видели сейчас огонек у меня под колесами? Это надо, по-моему, зажать одновременно две кнопки и резко газ. Да, ты зажимаешь газ тормоз одновременно и резко газ. Ну как, не резко газ зажмешь, но, короче, после этого газ должен нажать. Не знаю, где-то может помочь, но, вероятно, поможет. Так, поехали в парк, потому что... А, нет, в парке же облава была, щит. А ничего, посмотрим, если есть камеры в округе, то у нас есть молот, он уже остался. Да, у нас еще с прошлой серии остался молот, в который мы... самолично крутили у заправки. Вот и мы подорвем камеры. Так, саламчик, пополамчик, привет. Давай. Камер нет, давай я пробегусь, хотя посмотрю, не знаю. Там нормально, ничего, давай продавай. Здорово. Йоу, делишки. Продавать. Отлично, в плюс иду. Ё-моё. Ты мог взять меня вдоль, старичок. Сколько у меня бабла? Ё-моё. Стоп, или я продал на 700, я просто что-то не понял, я в плюс на сколько ушел. Подожди, давайте заглянем как раз-таки в Амунацию, вот. Так как недоступно, вы же писали, то что как раз-таки быстрее доберемся к чаю. Вот и добрались мы до нашего дружка-пирожка, к нашему чаю, погнали к нему зайдем. Бара-бара, какие у него для нас задания. Лупи гонщиков, вот это же интересно. Ох, моя голова, у меня убийство, у меня похмелье, такой, ой, осуждаю, мне за это 18+ дадут. Похмелье, короче, пытается колошматить мозг, эта гонка вот-вот начнется. Я в пупе, и мой психолог назвал бы это саморазрушением, но у него когда... Так, давай я тогда, как собираюсь победить в гонке, я понимаю, он сейчас меня отправит за него ганфладить. Найдите быструю машину и направляйтесь к стартовой линии. Damn, God. А это не быстрая машина, которая стоит, давайте на нее сядем как раз. Отличный автопром. Ну, разгоняется не очень быстро. Не, в целом хороший аппарат. О, смотрите, как быстро ревет. Нормально, пойдет. За него, конечно... А так можно вообще? То есть, по их понятиям, вообще можно за кого-то и в гонке участвовать? Это же как-то типа, ну... Ты такой, мол, да-да-да, сейчас вот гонка, давай. А приезжает какой-то тип, и ты такой, это он. Он будет за меня в гонке. Ну, как-то такое, честно сказать. Как-то не... Ну, не то, что не по-пацански, это просто странно, типа... Типа... Все рассчитывают на одного, приезжают вообще другую. И что это? О, наш покоцанный друг. А интересно, а почему моя стартовая линия начинается отсюда? Устраняйте соперников с пути. Вот это уже интересно. А, я как бы... О, как клёво. Я типа должен устранить соперников. Бам, да мы тебе сейчас устроим. То есть мы как бы... Круто! То есть я должен взорвать соперников его, то есть... А, тогда все вообще отлично, тогда... Тогда вообще все шикарно. Класс, я типа подставный такой, хорошо, сейчас... Сейчас бэм вот этого кинта. Блин, жалко это не как в Burnout Paradise, где ты сбиваешь людей прям на убой. Жаль, конечно, жаль. Сейчас, ой-ой-ой. Я заправку подорвал. А ну-ка. Давай, ну-ка, из строя валяй.
стартуем. Да почему не работает старт? Вот я когда ехал, все работало, а тут не работает. Почему? Родной, еду-еду, спасать еду. Давай, там, поаккуратнее там. Давай всех там подбирать вперед. Чтобы побеждать, держите его соперников позади. Окей, хорошо. Сейчас мы их спекали. Я же могу подорвать их! Я могу их подорвать! Бам! Бам! Вот это хорошо, вот это мне нравится. Блин, главное, чтобы он не взорвал его вот под... Куда ты прёшь вперед всех? А ну-ка стоять. А, так я, эй, я думал уже тут поворот, йоу. Блин, это последний круг, сохраняйте первую. А так алло, уже не успею, потому что этот... Стоять, куда ты прёшь? Терял первенство, уберите пути соперников. А как, алло? На. А ну-ка, стой. Я помню, не зря же писали, что можно молотов раскидывать прямо из автомобиля. Сейчас мы тебя раскинем, балбес. На, ёпта. У меня закончились. Ёпта. А все, теперь только пытаться сталкивать соперников, потому что по-другому никак. У меня не осталось ни молотовых, а всего два патрона. И за два патрона явно я тачку не собью, поэтому надо ускоряться. Всё. Отлично, Чайни победил в гонке, Чайни-то нас чел. Но он сейчас победил своими усилиями, потому что доехал он все-таки сам. Ну, поздравьте Чайни с его победой. Сейчас поздравлю. И красавчик, молодец, я в тебя верил, родной. А у тебя вот ты настроение получил, смотрю. Хуан, я же говорил, что выиграю, мне даже не потребовалась твоя помощь. Тонги будет очень впечатлены, когда услышите об этом. Я могу написать об этом на своей страничке в MyRoomLine. Гангстер! Будем надеяться, что Тони только услышит. Ну, Тонги. Ладно, все, я понял. Ты молодец? Молодец. Все, красавчик, давай. Я помог. Где мои денежки? Ничего себе, у меня бабок 4000, ничего себе. Не думал, что на блэк рынках можно столько получить. Так, а подожди, пойду-ка, отчите схему уличных гонок, либертизируйте освещение. Салоны будут неплохим местом для начала поиска. Хорошо. Так, без вас я покручу себе молотов. Так что пока. Нормально. Накрутил целых 16 штук. Отлично. Такое-то письмо пришло от Эмунации. От Тюк. Тема продолжения. Дружок мой, удиви меня отличным товаром... Юкстази. Забавно. Нет, спасибо. У меня такого товара нет, а продавать сейчас не собираюсь, потому что вполне может быть облава. Опа, красное письмо. Это от кого? Джаумин, большой шанс для тебя, Хуан Ли. Мне жаль видеть, что твой дядя Кенни выбыл из гонки. На место Синя теперь только... Я борюсь за Лизи. Ты просишь помочь? Подожди, стоп. Сейчас, секунду, я извиняюсь, я чуть подушню, но я хочу перечитать сообщение электронной почты. Подожди. Нет, Джаумин. Подожди. Мне жаль, что это теперь только... Чань, который Чай, и я, то есть Джоумин, это тот, который проиграл, что ли? Боремся за лидерство, чтобы действительно воскресить судьбу вашей семьи, то должен работать на меня, а не на этого кретина Чаня. Приходи в мой ночной клуб в East Island City. Принеси 20 пакетиков. Да ты совсем, что ли, такой наглый? С ним тебе не надо работать, надо со мной, чтобы восстановить статус своей семьи. А теперь принеси мне как первый взнос. Да это ты должен сейчас мне вообще ноги облизывать, когда вы найдете наркотик. Ага. Я не могу. Такую наглость надо иметь. Мало того, что я как бы и так, ну, грубо говоря, на добром слове вообще могу вам помогать. Так это вы должны сейчас сказать, что а давай мы тебе 20 пакетиков, а не я. Вам. Ничего себе, какой наглый. Сейчас я сбегу, откуплю. Это какую наглость надо вообще иметь, я в шоке. Ты какой наглый. Я работал против тебя, а тут внезапно я должен работать на тебя, еще тебе что-то давать. А не хочешь, знаешь, куда пойти? Никуда ты не пойдешь вообще. Я тебя вообще сейчас хлопну. Спекаля, пах-пах, выслежу, и все, и не будет тебя. Не организация твоей поганой, ничего. Так, все, сбежали. Нет, я пока что буду Чаю служить. Ну, как служить? Исполнять его задание. Эквест. Ай, неудобно тихо. Стоять, повернись тогда. А, кстати, по поводу авторских прав. Хочу напомнить, на песне, которую я накладываю под видео, скажем, потому что играю...
потому что почему-то не записываются треки в самой игре, я их накладываю вручную, на них авторские права, но все равно буду их выкладывать. Не выкладывать, а ставить на задний план, потому что без них не то ощущение. Да и тем более, если просто рандомные треки вставляют, то это вообще уже не то будет. Поэтому лучше так. Вот. Поэтому пусть авторское право, ну, и что? Похищение Чани. Опа, Чани украли, что ли? Мастера Чани похитили. Погнали. Это все, что мне надо знать. Его похитили, погнали его искать. Это его подельник или кто это? Спасите Чани от похитителей. Сейчас... Я подозреваю, кто похититель, тот, кто мне писал. Сейчас мы ему... Или его банде по носу им пекали и по самой не балуй. Давай, давай. Ребята, так трудно без мата, честно сказать. Я что-то прям... Не, я вроде как бы это... Я в жизни-то не быдло, которое... Это, ля-ля-ля, там... Кучеряво базарю, но мне почему-то так трудно сдерживать мат. Я так привык матом разговаривать почему-то. Тут так сложно, честно сказать. Я когда хочу сказать мат, я прям... заминаюсь. Невероятно. Поторопитесь... Чань умрет, ну пусть умирает. Опа. Триадис, мы подстрелили похитителя, однако мастер Чань застрял в машине. Юма. О! Ирландский убийца, получи огонь. Машина Чань обита план. Идите пожарную машину. А где? Быстрее лети за пожаркой. Блин, а чё-то он долго так-то сгорает. Ну, чтобы вы понимали, человек в автомобиле сгорает, ну, буквально, наверное, за секунд 10, все, он уже там, ну, не этот, не компарик уже засушенный, но уже прям при смерти. А тут прям, чтобы ждать, типа, да-да, я у тебя подожду, езжайте к этому, хорошо, еду. Мне нравятся звуки вот этой игры, жалко, что на записи это не слышно, но мне очень нравятся звуки, они прям очень хорошие, добротные, я бы сказал, прям. А как повернуть саму башню? Я могу повернуть? А, я руками. Пись-пись-пись-пись. А, я понял, почему дали то время, потому что я пись-пись буду долго делать. Хорошо, пись-пись. Сейчас горит. Все, делаем пись-пись. Пись-пись. А чё Чань? Чань-то не в это, не в бензобаке. Все-все-все. Все, потушили. Мы потушили. Садитесь в машине. А почему машина Чани в таком идеальном состоянии, когда она только что горела? Опа, а что такое? А что это за сфера? Что это? Что это за сфера? Я не пойму. Что это такое? Что это такое? Не пониматься. Сейчас, короче, будет погоня от банд, потому что узнают то, что Чани остался жив. И банды немного разозлятся, то, что вообще... Того, как его планировали хлопнуть, остался в живых. Сейчас, скорее всего, банды будут гнаться. Или нет, по-видимому. Потому что, как правило, если гонится банда, то... А нет, гонится, да, похитители возвращаются, берегите. Ну да-да-да, понятно. Ничего-ничего. Пусть попробуют с этими пекалями. Давай-давай, попробуй, сынок. Сынок, я потом найду твоих родных, сынок. Все, чай, прячемся. Ну, статус должен быть подкрепиться, потому что я человека спас. А теперь обо мне подумают Тонги, меня похитили в собственной машине. Ну ладно. Это все ты виноват, Хуан. Я виноват. Ты обалдел, придурок. Не, я согласен. Эти мадиты похитили меня из-за того, что ты столкнул их в водилу в этой тупой гонке. Но ты же сам мне сказал, или у тебя какие-то мелкие мозги, ты ничего не помнишь. Это зато ты эгоист, который все помнит. Тебе нужно... Слушайте, вот этот чел, он абьюзер, он переворачивает все свои руки. Блин, он... Я даже слушать не буду, гад. Я думал, ты сам позитивный персонаж, это вообще урод моральный. Ты такой, это ты виноват. А вот ты следил, что я делал. Да ты совсем с ума сошел. Ты такой наглый. Я не могу. А тут все плохие. На этой ноте хочу, ребята, закончить. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо и...